Сегодня в рубрике «Открытый микрофон» мы хотим поговорить о политике, посмотреть на нее детскими глазами. По всей стране с небывалым размахом идет предвыборная кампания. Тут есть над чем подумать. Измотанные нуждой и потерявшие всякую надежду люди могут на все махнуть рукой. Пропади все пропадом. Но ведь у каждого есть дети, внуки. И если махнуть рукой на себя, то кто о них подумает? Интересно, что думают о серьезных и взрослых проблемах сами дети? Каким, по твоему мнению, должен быть мэр города? Добрым. А если бы ты стала мэром Красноармейска, что бы ты сделала? Я построила бы кружки. А что бы ты еще сделала для того, чтобы детям в городе было интереснее жить? Качели бы им построила. Потом карусели там. А если бы ты стала президентом Украины, какие бы ты изменения сделала? Чтобы людям вовремя зарплату давали, работу давали людям. Спасибо. Города Красноармейска, какие бы ты изменения сделал? Изменения? Ну, я бы захотел, у меня там что-нибудь было, высокое общество, все такое было хорошее. Как ты думаешь, каким должен быть мэр города? Ну, чтобы он был не жадным. Еще, чтобы он давал всегда людям пенсию, когда надо. И зарплату тоже. Чтобы они не жаловались. А если бы ты стал мэром города Красноармейска, что бы ты сделал? Ну, я бы всем сразу дал зарплату, пенсию, подавал долги все. А что бы ты сделал для детей города Красноармейска? Ну, какие бы закрытые садики, я бы их открыл. Бесплатно, чтобы дети туда ходили. Там есть было хорошо. И все. А потом мы бы еще что-нибудь открыл для детей. Секции какие-нибудь, кружки. Все. А если бы ты стал президентом Украины, что бы ты тогда сделал? Ну, я бы точно так же, только я бы все бы открыл. Дом для детей, для сирот. Еще для чего-нибудь. Киоски пооткрываю для тети каких-нибудь бедных, для бабушек стареньких. Все бы открыл. А у нас президенты жадные, больше денег берут, чем надо. Все они берут. Серьезно. Они все берут бесплатно, а себе больше денег нагребают, чем людям.